В Ставрополе с 1 по 5 июня пройдет финал творческого фестиваля «Российская школьная весна». В нем участвуют индивидуальные исполнители и творческие коллективы ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятие проводят впервые, но организаторы уверены, что оно станет традиционным, ведь интерес колоссальный – 4000 желающих. В финале примут участие 1000 ребят из 70 регионов России. Они выступят в вокальной, танцевальной, инструментальной, театральной номинациях, а также в оригинальном жанре и концертной программе. Победители фестиваля отправятся в поездки по России по программе «Больше, чем путешествие», а также получат путевки во Всероссийский детский центр «Смена».